Он делит, как там есть другая тема, я буду сегодня сейчас на этом служении об этом говорить. Но просто что-то он сперва задать вопрос. Вы хотели бы, чтобы Бог отвечал на ваши молитвы с первого абсолютно второго раза? Кто же не хочет, да? И вот так, с такой стороны представлен, я буду говорить, что я просил сегодня, а ты делал вас, я навещаю братьев своих, приходит он, и братья от радости его достают в яму, и он начинает молиться, Господи, а за что, почему же ты такого сделал? Так, и вдруг подходит на четвертый брат Иуда, он побегает, и вот его задевает по себе, вытаскивает его, беги, пока там братья наши спят, и он добегает домой, такой радостный, приходит мать, слишком лет наступает голод, когда умирает, он его отсутствует, и не становится его. Ну ладно, первый раз Бог это не ответил, он идет с караваном в Египет, мой брат не убил его, и нападает, допустим, там, кочевники на этот караван, его отбивает, и он убегает, он молится, Господь, вот первый раз, чаще всего видите, Господи, спаси меня, освободи меня, а нет, освобождает действительно, и он прибегает домой, такой радостный, как такой 20 лет, умирает, Иосиф, наступает голод, вы знаете, да, и весь дом отца его. Вопрос, хотели ли бы вы, чтобы Бог отвечал на ваши молитвы с первого раза, со второго раза? Знаете, ну, за 30 секунд, как можете так быстро, можете изменить мне, да, вы не тебя подпрашиваете, да, такие, да, или как вас говорят, да. Кстати, и бывает молится, Господи, ну, будь милостив ко мне. Господь, я прошу тебя, ну, вот, ты видишь, я в проблеме, а знаете, что есть милость Божия по Божьему, не по человеческому. Это не проблема тебя избавиться, что дать тебе силы пройти в проблеме, скажи аминь. Это есть милость Божия. Он не удаляет проблему, он дает тебе силы проходить проблему. Еще раз я начну потихонечку. Готовиться к проповеди. И давайте предысторию Иосифа. Он рождается в семье, наконец-то, желанной сына от любимой жены. И, знаете, отец Яков в нем души не чает. Он все ему, и одежду, и все. Ну, братья как-то, ну, братья, знаете, должны быть любимчиком, то есть, если они посмотрели, слушай, стрелки, да, как-то потихонечку капает все, братья, то сделали, вот то сделали. И когда отец отправляет его, что там проверил братьев своих, удобный момент, они используют его за яму, намереваясь убийство, понимают, что таким евреям, понимают, что лучше заработать хоть что-то, и, в общем, они его отдают купцам там, и его приводят, в Египет, и там на его личном рынке его покупает Патифар, это был начальник сохранителя фараона. Знаете, его дом как бы в этом доме тоже находится. И Патифар видит его такой успех, он очень сообразительный, он очень такой пытливый, благословляет дом Патифара через Иосифа, и он оставляет деловую оценку. Но, к сожалению, также и жена Патифара тоже замечает Иосифа. Не в том плане, как коммерческом, а в плане, как мужчины, симпатичный молодой человек. И она как-то пытается его согласить, там, согласить, он сопротивляется, потом она снова переходит к действиям, когда ее муж уезжает, она уже хватает, он очень серьезно за одежду его вырывается и убегает. Вообще, ну, беда его с его одеждой, да. И здесь, вот он поднялся только снова в тюрьму, интересно. Но и в тюрьме тоже Господь представляет его. И в тюрьме он также к чему-то двигается, и в тюрьме Господь благословляет, и попадает.
Я ее переводил.
Thank you.
Thank you.
Вот это был такой рассвет.
Thank you.
Thank you.